Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Герою приготовиться». Добро пожаловать в Нирвану. Игроки присоединялись к этому раю последние 50 лет. Вы стали фиг знает каким присоединившимся пользователем. В этой огромной вселенной вы можете встретить множество классических персонажей. Только не забывайте, что за каждым скрывается такой же игрок, как и вы. Что? Кто вы? Бумер или зумер? Может, это слишком личный вопрос? Да вы и сами можете не знать ответ. А еще, чтобы дать вам небольшое преимущество, мы приготовили подарочный набор в честь 50-й годовщины. Подарочный набор к 50-й годовщине Нирваны. Эй, только что присоединились? Вы получили подарок? Это несправедливо. После обновления новички стали слишком просто. Вот когда я начинал, приходилось платить за все подряд. Ну конечно, нам было просто суждено встретиться. Хотите, я проведу вам экскурсию? Ах да, прежде чем мы отправимся, предупреждаю, в Нирване за все нужно платить. Будьте готовы выполнять свою часть работы. Вести бой. Так, расскажу вкратце о ведении боя. Это сетка для боевых построений. Обычно играть командами по 6 героев безопаснее, но когда я рядом, в этом нет необходимости. Видите тех парней? Это ваши враги. Они здесь ради главного приза Нирваны. Нажав на карточку союзника, можно автоматически добавить его в команду, после чего остается только тактически изменить построение. Хотя ладно, это слишком сложно для новичка. Просто нажмите на мою карточку и попробуйте собрать команду. Четырехзвездочный, нифига себе. Так, в бой. И куда же ты встанешь? Посмотрите, я вынесу этих двоих без проблем. Сильнейший получает награду. В бой. Так, друзья мои, вот. Блин, хотел сказать, вот он. Бой может продолжаться до 15 раундов. Если вам удастся победить всех врагов за 15 раундов, то вы победите. Если нет, проиграйте. Ах да, еще одно. Когда эта синяя шкала энергии заполняется и становится красной, высвобождаются мощные способности. Смотрите и учитесь. Со снеговиком каким-то деремся. На, в таблище. Да на ты, снеговик несчастный. Хоба, и это до кучи. Видели? Я использовал свою способность, а потом бум! И всем конец. Трофеи достаются победителю. Так, ну что, ребята, опыт и монеты. Как я и говорил, в Нирване за все приходится платить, так что не вздумайте растратить все трофеи. А теперь посмотрим, можно ли вам доверять. Он еще спрашивает, можно ли мне доверять? В списке героев можно щелкнуть по карточке героя, чтобы посмотреть подробные сведения о нем, например, фракцию, класс, навыки и так далее. Попробуйте нажать на мою карточку. Да легко. Среди полученных трофеев есть все необходимое для нескольких улучшений. Нажмите кнопку улучшения, чтобы я стал сильнее. Еще можно удерживать кнопку улучшения до тех пор, пока не закончатся ресурсы для улучшения. А теперь посмотрим, насколько вы щедры. Насколько я щедр? Ну вот я все тебе вбабахаю. Максимальный уровень получает, чувак. Так, неплохо, похоже, я не зря вам доверяю. Взамен я научу вас нескольким приемам выживания в Нирване. Столкновение – лучший способ обучения, так что пора учиться. Так, столкновение – это что-то новенькое, ребята. Погоди, это данные пантры. Поторопись и придумайте способ сделать копию. Пантра. Так, пантра использует свои когти, чтобы защититься в переднем ряду и останавливает одного раненого союзника. А, восстанавливает. Так, копировать данные. Ну, смотрится она шикарненько. Мне нравится. Цыпочка, самая настоящая цыпочка. Ух ты, как тебе повезло. Не могу поверить, что тебе удалось достать копию. С тех пор, как хакеры нашли черный вход в хранилище данных Нирваны, иногда данные герои становятся общедоступными. Теперь у нас есть копия. Мы можем использовать ее в бою. Пусть она поменяется со мной местами в строю. Магу слишком опасно стоять в первом ряду. Угу, понял. В бой. Так, друзья мои, какие-то вороны. А, крысы здесь. На тебе.
Слушай, ну это тоже, в принципе, ребята, игры такого жанра меня устраивают. Пошаговые боевки. Ох ты, какое-то отравление, ребят, повесил. Но мы все равно их ушатали. Так, поздравляю, к нам присоединился новый союзник Пантера. Ладно, мы провели для два боя подряд, дайте мне немного передохнуть. Мы уже заняли эту территорию, и она должна быть производить ресурсы. Давай-ка я покажу, как их собирать. Видите, это дрон? Это подарок системы, его нельзя атаковать, он может нам шпионить за врагами и будет работать, даже когда вы не в сети. Только помните, что у него ограниченная вместимость. Так что заходите почаще, чтобы собрать ресурсы. Как его зовут? Не припомню. Чтобы кто-нибудь как-то интересовался этим. Попробуй нажать на него, чтобы узнать. Ну давай. Дзинь-дзинь, в Нирване все жаждут территории и ресурсов, которые они приносят. Эти ресурсы нужны, чтобы набирать мощи и получить главный приз. Эй, что это там блестит? Может, это... Так, трофей. Какой-то скипетр. Ух ты, это часть снаряжения. Вот это удача. Посмотрим, что это за снаряжение. Так, Ацеола тебе звать. Нажмите на снаряжение, чтобы открыть окно снаряжения. Попробуйте. Но это элементарно. Попробую примерить. Боевую силу можно повысить, поднимая уровень. Но и снаряжение может значительно увеличить силу. Ну, сойдет, пожалуй. Моя боевая сила не особенно увеличилась. Посмотрим, как можно улучшить это снаряжение и сделать его мощнее. Я слышал, что можно усиливать броню. Предполагается, что тогда снаряжение получит огромный прирост силы. Испытаем удачу. Попробуем. Я же говорил, в Нирване за все нужно платить. Ха-ха, наверное, я слишком много говорю, но... Просто пока используйте материалы, которые я припас. Только потом верните их. Так, усиление. Закрываем. Закрываем. Ну ладно, я дал вам достаточно пищи для размышления. Переварите пока эту информацию. Получится ли у вас победить их врагов, выиграть соревнования в честь 50-летней годовщины Нирваны, охоту и получить главный приз. Все в ваших руках. Уверен, что вы не подведете своих союзников. Встретимся на поле боя. Ах да, еще одно. Лучше поменяйте свое имя. Никому не хочется дружить с набором цифр. Придумайте себе крутое имя. Так, ладно, давай. Ну что же, я назвался, друзья мои. И что теперь? Нью. Что это у нас за новинка такая? Столица. Сад героев. Так, бесплатно. Друзья мои, кого-то мы сейчас, по-моему, призовем. И кто нам достанется? Большой Л. У него 4 звезды, ребята. Так. Получить. Камень супервербовки получили. Ну что, ребята? Призвать еще, что ли, одного? Ух ты, Виспер. И Сжигатор. Сжигатор. Это был героический призыв, друзья мои. То есть в данный момент у нас 3 персонажа. Получаем 30 гемов. Подарочный пакет. Перезарядить. Альтаира, блин. Прикольно выглядит это Альтаира. Мне нравится. Так, обучение. Но обучение я прошел, поэтому награду будьте добры мне. 1000 к опыту героя привалило нам. Так, ребята, теперь что я могу сделать? Вести бой. Давай посмотрим, как у нас все это дело будет происходить теперь без кого-либо. Так, Виспер. Если я тебя сюда поставлю, можно это сделать или нет? В бой. Можно. Будет атаковать снеговика. Так, тебя я могу? Могу. Все на снеговика, что ли? А ты можешь как-то вот этого вот? Твой враг. А ну-ка давай посмотрим. Я думаю, здесь мы порвем их просто-напросто, ребята. У нас преимущество. Причем какое еще? Посмотри сам. Хотя, тут такой вопрос спорный, ребят.
Порвали. Минус снеговик. На тебе с базуки. Ну вот и все, ребята. Победа за нами. Кто-то в этом сомневался? Так, ага, мы с тобой двигаемся. Вот оно что. Понял. Ну тогда давай дальше. Пока не упремся, да? Угу. Это, видимо, маги, ребята. Давай посмотрим, как мои бойцы справятся с кучкой магов. Слушай, вот только маг нормально с ними дерется. Это типа идол героев, ребята, только, ну, уже вот в таком графическом исполнении. Крутой чувак. Напоминает мне Рахзара. Тьфу ты, Рахзара. О чем я, ё-моё, этого? А хотя почему? Рахзар же звали этого. В World of Warcraft чувак-то, который носил эту волчью накидку-то. Орк. Охотник. Рахзар же его звали, да? Все правильно. Так, ну что, друзья мои, следующий бой. Тут у нас какая-то арена. Обнаружено... Чего? Чего обнаружено? Тайная карта? Блин, не успел, отвлекся, малька. Слушай, какой-то командир тут у нас. Он 10 уровня, что ли? Или что это такое? 10. Что это может обозначать? Фигат. Еще и хиляет себе. Слушай, мне кажется, мы навряд ли с ним справимся. Хотя, погоди. На. Все, ему крышка, ребят. Да выпендрился. И музыка такая забористая. Шаман оглушает и поджигает врагов своими заклинаниями. Шамоук. Копировать данные у меня хватит? Хватит. Скопировал. Тоже, ребята, 4 звезды. Но уровень первый у него. Как же им поднимать левел-то, а? Так, мы с тобой пришли сюда. Дай-ка я все-таки гляну, что за подарочный набор. Перезарядить. За рекламу, наверное, как всегда, да? Нет, не за рекламу, ребят, за деньги. Ограниченный набор. Бесплатно. 100 гемов, спасибо. Так, по обучалке у нас тоже что-то здесь, ребята, 1000 монет. Так, знаешь, меня какой вопрос интересует? Что я могу сделать со своими персонажами? В данный момент у меня вот только вот это есть. Сад героев. Есть один призов. Так, что мне здесь выпадет сейчас? Давай посмотрим. Опа, Амазона. Оу-оу-оу, мне нравится, как они выглядят. Такой мех у нее на этих, на голенях. Круто. Так, вербовка и... А, вербовка и фракции. Фальмы, роща, полк, сумрак и континуум и банда. Ах, вот оно что. Тут еще вот так вот фракции разные. Ну, естественно, каждая фракция, да, дерется с другой. И есть преимущества, и также слабости к определенным фракциям. Так, ну вот допустим, да, вот у меня здесь есть пантера. Что я могу ей сделать? Ну, оружия у меня вообще никакого нету. Так, активный навык. Наносит урон 250% атаки одному врагу и восстанавливает УЗ 200% атаки. Здоровье союзника с минимальным здоровьем. То есть это типа пассивный еще и хиллер к тому же. И это только открыто. А потом еще, ребята, соответственно, открываются другие. Вот, развить. Что нужно для того, чтобы развить? Ага. Нужен, ребята, герой 5-звездочный. Дубликаты, я так понимаю, нужны. Только после этого ты сможешь все это дело. У вас пока нет фракций. Так, получить. Ну что же, погнали дальше. Дай-ка я... Ой, хочу вот этих героев проверить. Я уберу, наверное, вот этого сжигатора. И уберу, наверное, вот этого снайпера. Ого. Амазона-то нифига, ребята. Фул звезды. А у нас еще, оказывается, местечко есть. Ну, тогда я поставлю сюда, наверное, вот так, в бой.
Ребят, ну тут понятное дело, порвем даже не поморщимся. Амазона. Ей бы, конечно, на заднем ряду лучше находиться, но да ладно. Так, есть скорость боя. Баба, ага, этот чувак. Все, я понял, ребята, наносит урон массовый. Тут заморозили. Пши. Опять же, ребят, повторю, всегда легко и просто только в начале. Потом, поверь мне, будет не так легко. Вспомни Ривенгард, когда я говорил: ой, что тут делать? Разносим всех как сосунков. А потом к чему? Ага, привязать. Опа. Осколок кого? Медуза какой-то. Так, ну что, сделаем привязку тогда. Забираем награду. То есть аккаунт привязали. Забрать. Новый уровень, друзья. Новый уровень. 11-й. Я только начал играть, уже 11-й уровень получил. Ох ты. А что значит щит? Ладно, давай, поехали. Потому что щиты и у наших персонажей тоже есть. Какие слабачки мы еще. Ох ты. Слушай, задний ряд получает урон не кислый. Именно вот. Опа, а мы можем поджигать их. Так, учтем такой момент. Солидно. На, получи, гаденыш. Снайперюга крут. Ушатали. Ну, если смотреть по урону, ребята, то наш самый первый персонаж. Что такое? Что меня сюда отправили? Зачем? Что хотят мне показать? Галерея. Банда. Ага, банда. Смотри, тут у нас еще роща. Амазона как раз и пантра именно из рощи. Ага, и вот эти вот. Слушай, у меня 4 персонажа из рощи. И плюс Виспер. Виспер, Сжигатор и Большой Эл. Это из фракции Полк. Только вот что они хотят мне этим делом намекнуть? То есть я могу зайти на Амазону и, ага, получить. А за что? То, что она получила левел ап или что? За что это мне дают? Пока непонятно, ребят. Либо за уровень, либо за то, что они вообще у меня есть. Пока мне не ясно. Получаем какие-то карточки в данный момент. Все, да? Так, задание выполнили. Забираем здесь гемы. За все нужно платить. Запомнил эти слова? Так что не тратим на всякую ерунду, а действуем по существу. Так, вести бой. Погнали. А где же мы должны с тобой получать оружие? Ого! Где мы должны получать, интересно, оружие? Ну, то, что мы должны вставлять в наших персонажей и как-то их прокачивать. Давай-ка, наверное, Х2 поставим с тобой, чтобы пободрее шел бой. Так, немножко подлагивает, ребят, но это у меня рендерится игры, поэтому, ребят, такая вот фигня происходит. Ну, на, лобешник. Слушай, ну то, что она замораживает противников, это, конечно, круто. То есть противники ничего не смогут сделать. Так, там еще у нас какой-то магазинчик будет забрать. Слушай, а вот тут-то что такое? Видишь, отмечено красненьким. Бесплатно, еще 13 тысяч. Так,
такой сейчас радостный, 13 тысяч, ой, денег куча. А потом, ребята, где взять голду, где нафармить голду? Это что за эти, за сумоисты? Мне кажется, что лучнику надо, блин, стоять сзади, но никак не спереди. Ё-моё, по-моему, сейчас ушатают. Да, завалили одного персонажа мне. А потом 100% будут еще гильдейские битвы, бои. Это мы сейчас с тобой проходим как бы кампанию. Золото 1800, опыт героя получили. Так, что у нас здесь будет? Давай посмотрим. Обнаружен тайник карты. Вот что, ребят. То есть, если мы с тобой проходим здесь, нам, наверное, дадут какую-то карту. Вот так это все будет выглядеть. Но графически она мне нравится, как выполнена. Что-то наподобие Clash Royale, да? Так же персонажики выглядят. Блин, шамана вы достали. Естественно, пока никакой прокачки нету. И, естественно, здесь они тебе не будут выжигать финты. У них пока по одному скиллу первоначальному. На, вот это, конечно, крут, чувак. Да, ребята, а вот у нас как раз-то и Паку. Теновидец, черпающий свою силу, нанося и получая урон. Нанося и получая урон, странно как-то. Так, здесь мы забираем. Так, ну что, погнали. Да, многие могут сказать, ой, да тут легкотня все. Ну, поверь мне, дальше никакой легкотни не будет. Рано или поздно мы с тобой встрянем. Дойдем до такого места, где нас будут просто разбирать с полтычка. И вот тогда ты подумаешь, какая же это легкотня. Ты смотри, застанили, заморозили. Да я уже вижу, что ребята потихоньку нас начинают тут крышить. То, что поджог она делает, это, конечно, круто. Но вот этот самый, наверное, пока самый нормальный, самый сильный персонаж, это вот это именно. Ух ты. Исследование разблокировать. Ого. Так, я здесь заберу монеты. А что за исследование? Можно мне глянуть? Добро пожаловать в исследование Нирваны. Здесь можно использовать роботов-исследователей, чтобы раскрыть тайны неизведанного мира и отыскать награды. Нажмите на шестиугольный участок, чтобы отдать роботу приказу переместиться. Во время перемещения робота коснитесь экрана в любом месте, чтобы остановиться. Взгляните на участок выше. Они все засорены. Роботам-исследователям придется потратить электричество на расчистку этих участков, чтобы продвинуться. Помните, что емкость аккумуляторов роботов ограничена. Лучше заранее продумывать маршрут. Белый свет участка означает, что участок был расчищен. Робот-исследователь может свободно перемещаться по нему, не расходуя электричество. Теперь взгляните на фиолетовый указатель. Фиолетовый указатель указывает, что в этом месте и есть сокровище. Чего же вы ждете? Вперед, найдите фиолетовый указатель и разыщите легендарное сокровище. Ну, я вижу. Получили. Ага, понял. Блин, вести бой. Ну-ка. Кто тут у нас покусился на наше сокровище? Какие-то дракончики. Фига там по 146. По 198. Вы давайте завязывайте, ребятулечки. Да ё-моё, ну прикинь, уже шамана вырубили. Вот тебе, блин, сокровище. Вот тебе и легкотня. Трэш пошел. Мне кажется, что здесь-то мы и упадем. Хотя, подожди, сейчас посмотрим. Да, наверное, здесь мы и рухнем. Вот он, ребята. Так, усилить героя, улучшить снаряжение, завербовать героя. А как же я могу его усилить? А, улучшить.
Вот как, друзья мои. Твою налево. Так, слушай, подожди-ка. Это что мы улучшили, это хорошо. Давай-ка пантуру попробуем. А как узнать, сколько нужно до следующего уровня, а? Ну, я нажал. Так, друзья мои, 30 уровень, продвинуть. Не хватает зелья повышения. Вопрос. Где взять зелье повышения? Ну-ка, Амазона, я могу тебя прокачать? Так, не хватает, я уже понял. Где-то нужно брать зелье, друзья мои, вот это вот. Так, Виспер, давай тоже тебя улучшим. Пока 30 уровень, это максимальный. Упс, золото кончилось. Вот именно об этом я и говорил. Куча золота, конечно. Вот сейчас вот нас, ребят, по-моему, здесь и завалят. Ну что? Подожди, где у нас исследование? Вот, давай-ка мы продолжим. Я не собираюсь, ребята, здесь, как говорится, сдаваться. А, вот теперь видно уровень. У них 24-й был. Вот поэтому нас с тобой и разобрали так быстро. А теперь давай-ка посмотрим, кто силен. Совсем другое дело. Ты посмотри. По 400, да по 500 наносим. Это уже шикарно, ребят. Вау. Совсем другое дело. Порвало. Ну чё, хлыщи, получили свое. Так, погнали дальше собирать. Денежку заработали. Так, а где у нас энергия? Вон они, батарейки, да, наши? 13 энергии еще остается. Ох, ё-моё, сколько там впереди вкусняшек. Так, денежка. Твою ли... А, вот, кстати. Вот оно, ребята, зелье-то повышение, оказывается, где? Здесь-то оно как раз и находится. Уровень 23, я думаю, мы здесь с ними справимся на изи. Наверное. Ну ты посмотри. Ну прям вот глаз радуется. Блин, правда, вот моего персонажа сразу в стан загоняет. Вау. Шаман. Шаман своим фаерболом, ребята, всех запалил. Так, я хотел здесь вот, ребят. Получаем деньги. Опа. То есть это выбрать или все можно купить? Так, потратить. Может быть, я зря трачу это все, но тем не менее я все купил. 23 уровень против нас. Погнали. Порвем их. Какой у них 23, да, левел? Или какой? Не имеет значения, все равно их крошим. Видел этот своей лопатой песком в глаза, короче, ребята, и застанил меня этим самым действием. Ты же должен по всем наносить урон. А, он уже у меня первого уровня, он не прокачанный, кстати, еще. Вот оно что. Так, это мы с тобой энергию получили, да, сейчас? Так, опыт. Робот, ты куда побежал-то? В плане путь заблокирован. Подожди, я не врубился. А почему путь был заблокирован? Вроде бы там было свободно все. Или он назад уже не может ходить? Немножко не врубился я. Сгорели. Ай, прекрасно. Не могу я сюда вернуться почему-то. Почему ты не можешь вернуться? Вот объясни мне, а, робот. Вот. Можешь ты все, не хочешь просто. Опять же, противники у нас тут 24 уровня. Мы уже с этим отрядом встречались, так что без каких-либо проблем мы их разберем. Да чтоб тебя не станет. Но.
разобрали. У нас с тобой всего лишь 8 энергии. Мне не хватит, наверное, здесь. Здесь вот сюда пойти. Так. Какие-то сланцы. 29-й левел. А вот это уже серьезные противники, ребят. Двадцать девятый уровень. Что это за клоуны такие, а? Скажи-ка мне на милость. Ты не пробьешь. Танка ты мне не пробьешь. Так. Все, клоун, доигрался. Тыквоголовый. Так, это все кому-то нужно. Ну? Это еще кто такой? Это кто такой? Че он тут вылез? Скажи-ка мне на милость. Пройдоха несчастный, поехали. Серьезно? С одной плюхи вылетел. Ну все, 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 все. Так, покромсали. А, у них 20 уровень. Все, разложили по полочкам. Босс. Так, ребята, мы с вами дождались босса. Да ну нафиг. 38 уровень. Что-то мне кажется, нас тут просто сейчас сметут с лица земли. Я уже вижу по урону даже. Упс. Не-не-не-не. Хотя, погоди. Вряд ли. Смотри, что творят. Фига они. Они слишком ли круто, блин. Да ну, ребят. Уничтожат, а? И что делают? Встан. Всех застанили. Ушлепки несчастные. Не, не выжить. Сейчас застанет. Да. Босс, конечно, тут улучшить снаряжение. То есть этому я могу улучшить снаряжение, получается, да? Даже одеть. Атака 57. Снарядить. 288 хп. Не хватает золота. Так, подожди-ка. Блин, мне надо было шамана, ребята, прокачивать. Какой он уровень-то хоть получил? Не знаю, ребят. Атака 43. Снарядить. Так, кинжал новичка 79 к атаке, а здесь 52 к атаке. Амазона, у тебя что? Доспех новичка? Так, 240, 240. Эти ботинки абсолютно одинаковые, да, получается? Ну вот и все. Так, тут награды. Погоди. Там еще было что-то у нас. Вот здесь достижение. Вот так вот. Да, босс, конечно, это трындец. Друг. Шадов. Главное, дает приглашение в этот, и у него там забито полностью. То есть, значит, получается, что здесь будут и кланы, и гильдии, и все, да? Пройдите 31-ю кампанию. Тут, как ты видишь, кафе-архив, подземелье ресурсов, рынок, арена и башня испытаний. То есть это все открывается со временем. Ну что, друзья мои, я думаю, что для обзора этой игры я сделал достаточно. Если вам понравилась игра, пишите в комментариях. Ну а мы будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.